Депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук встретился с педагогами средней школы номер 16. Участники встречи обсудили систему образования в целом, вопросы воспитания и методику обучения подрастающего поколения. Николай Токарчук отметил, система образования на Ямале одна из лучших в стране. Сотрудники налоговой напоминают об изменениях закона о применении контрольно-кассовой техники. Все бизнесмены должны перейти на онлайн-кассы. Все чеки и данные о расчетах с покупателями будут передаваться в налоговую инспекцию через интернет. Новоиспеченный водитель Hyundai Solaris стал виновником аварии, в которой пострадали двое. На перекрестке улиц Ямальская и Сибирская он не уступил дорогу еще одному Солярису. Оба водителя получили тяжкие телесные повреждения.